Вы смотрите Кунгурское телевидение, программа «Город новостей», в студии Игорь Конюшков. Здравствуйте. В начале выпуска о дорожно-транспортном происшествии. Сегодня утром водители, следовавшие по трассе Пермь-Екатеринбург, заметили перевернувшийся большой груз. В районе села Шадейка грузовик с тоннами бананов на борту при движении по Шадейскому спуску завалился на бок. Причиной аварии, по словам очевидцев, стал отказ тормозной системы автомобиля. Водитель пытался остановить фуру, но не смог. Единственным правильным решением было тормозить, завалив машину на правый бок. Благо, все обошлось без человеческих жертв. Водитель отделался ушибами. В ЧП пострадал лишь груз. Ящики с бананами разлетелись вдоль дороги. Сейчас водителю предстоит поднимать и восстанавливать транспорт. Поэтому на данном участке трассы возможны затруднения в движении.